в порядке, Карл? Похоже, кому-то нужен супергрузовик. Поторопись! Прошлой ночью в автомобильном городе был сильный шторм. Деревья попадали и заблокировали дороги. А тем временем Билли и Эдна делают бетон, и им нужна вода. Фрэнк собирался доставить ребятам воду, но он не может этого сделать из-за пробок на дорогу. Супергрузовик, тебе нужно быстро доставить воду на стройплощадку. Привет, ребята! Супергрузовик уже здесь. Но движение настолько плохое, что невозможно вовремя доставить воду на стройку. Что будешь делать, супергрузовик? Что это, Бобби? Контейнер для воды. Отлично! Ты можешь передать его супергрузовику, и он доставит воду на стройплощадку. Но ему все равно придется пробраться через пробки на дорогах. Верно, супергрузовик, время трансформироваться! Суперпоезд! Здорово! Теперь ты готов к работе! Спасибо, Бобби! Увидимся позже, Фрэнк! Не получается, суперпоезд. Деревья слишком тяжелые. Ты прав. Нам нужно прорубить проезд через эти деревья. Лазер? Конечно! Он справится с этой работой в кратчайшие сроки. Ого! Этот лазер такой мощный! Ха-ха! Как в фильмах «Звездные войны». Берегись, суперпоезд, это большое дерево, вероятно, упадет. Совсем близко. Чуть-чуть и на тебя бы упало. Хорошо. Давай теперь доставим воду на стройку. Строительная бригада, супергрузовик здесь, чтобы помочь вам. Быстрее, нам нужно добавить воду. Да, получилось. Вот это да! Так вот для чего был нужен этот бетон. Гигантская кегля для боулинга. Да, супергрузовик, мне тоже интересно, что строительная бригада собирается с ней делать. Вау! Это была самая большая кегля для боулинга и самый сильный удар, который я когда-либо видел. Ха-ха! Увидимся в следующий раз, друзья. Эй, Джерри, пытаешься побить скоростной рекорд? Привет, Эдна.
Похоже, у тебя сегодня непростая работа. Это для какого-то особого случая? Понятно. Тогда тебе стоит вернуться к работе. Ой-ой, что-то не так. Из-за того, что Эдна копает, обрушается потолок туннеля. Джерри, тебе нужно остановиться. Эдна, остановись, туннель сейчас обрушится, а Джерри внутри. О, нет. Карл, Джерри в беде. Туннель заблокирован. В кого тебе нужно трансформироваться, Карл, чтобы попасть внутрь? Джерри, супергрузовик приехал к тебе на помощь. Ты что-то слышишь? Камни повредили трубу, когда падали. Супергрузовик, тебе нужно действовать быстро. Поторопись, супергрузовик! Вперед! Что происходит? Осторожно! О, нет, поток направляется в вашу сторону. Нужно использовать особое устройство. СТ-3000. Лазер? Потрясающе! Молодец, супергрузовик! Ты заморозил воду! Что ж, наслаждайтесь катанием, ребята! До новых встреч! Вот это да, Карл! Я и не знал, что ты так умеешь. Потрясающе! Ой-ой, кажется, кто-то попал в беду. Нужно проверить, Карл. Ага.
О, нет. Джерри готовится к большой гонке, но трасса покрыта мусором. Должно быть, его нанесло вчерашним ураганом. Карл, я думаю, это дело для супергрузовика. Привет, Джерри. Выглядишь обеспокоенным. Ты переживаешь, что не можешь тренироваться перед гонкой? Я так и подумал. Но не волнуйся, супергрузовик приехал тебе помочь. Что такое супергрузовик? У тебя появилась идея? Супер-мусоровоз! Невероятно! Отлично, давай устроим уборку на перегонки! Три, два, один, поехали! Да, вы оба победили. Пу, ты хочешь попросить своих друзей, чтобы они убрались у тебя в гараже и нашли твои кубки? Супер, грузовик, ты поможешь? Замечательно! Ух ты, Джерри, ты был прав. Здесь такой беспорядок. Твои кубки где-то в этих коробках? Поиски в этой куче займут вечность. СТ-3000. То, что нужно. Рука-магнит! Ну, конечно! Кубки сделаны из металла, поэтому магнит вытащит их из этой кучи мусора. Изумительно! Смотри-ка, Джерри, твои кубки нашлись! Молодцы, друзья! Вы снова нас выручили! День гонки! Джерри очень взволнован. Супергрузовик и Гарри пришли посмотреть на гонку и поддержать его. Да, Джерри побеждает! Вот это да, супергрузовик, это потрясающе! Спасибо тебе, супергрузовик, ты снова всех спас! Вот это да, как быстро едет Джерри! Какая необычная гонка! Только посмотрите на этих болельщиков! Джерри, очень некрасиво называть Бобби недотёпой. Берегись, Джерри! О, нет! Ой-ой, Джерри! Похоже, нам нужна помощь! Срочный вызов, Карл! Супергрузовик, вперед!
Джерри и Бобби немного дальше супергрузовик. Посмотри туда, в воде. Вода загрязняется от мусора. Что ты будешь делать, супергрузовик? Мусоровоз? Превосходная идея! Супергрузовик теперь позаботится обо всем Джерри. Замечательная идея, супергрузовик! Сработало! Видишь, Бобби, можно расслабиться. Супергрузовик уже здесь. В следующий раз будь внимателен, Джерри. Ты хочешь помочь, Джерри? Очень мило с твоей стороны, но, может быть, ты дашь супергрузовику сделать свое дело. Джерри! Супергрузовик, скорее! Держись, Джерри! Джерри, хватайся! Давай же, супергрузовик, воспользуйся СТ-3000! Что это? Еще одно дело успешно закрыто, супергрузовик. Все спасены. Посмотри-ка, Джерри, теперь ты катаешься на водных лыжах. Пока, ребята. До новых встреч.